Художник, преподаватель детской художественной школы Валерий Сергеевич Кузнецов, коренной ульяновец. В школьные годы учился в городской детской художественной школе. Окончив художественно-графическое отделение Чебоксарского педагогического института, он остался работать в родной художественной школе. Заодно Валерий Сергеевич активно участвовал во всех областных и региональных выставках, пленэрах. К 30-летию своей педагогической и творческой деятельности он создал альбом, который представил на встрече в выставочном зале квартиры музея семьи Ульяновых. В этом альбоме мы представлены в основном пленэрные работы, которые я писал на природе в различных уголках России и за рубежом. Также представлены натюрморты и творческие работы. Альбом красочно передает всю многоплановую работу художника. Неапольские пейзажи на фоне Везувия, архитектура Варшавы соседствуют с архитектурой Ульяновска, натюрмортами и пейзажами родного края. Достаточно много зимних пейзажей, что не характерно современным художникам, которые предпочитают писать летние, весенние, осенние пейзажи. В альбоме также можно увидеть работу «Живая память погибшим героям», посвященную исторической тематике. Несколько экземпляров альбома художник подарил библиотекам детской художественной школы и Ленинского мемориала. Ирина Антонова, новости Ул.Правда.ТВ.